самый дебафный лайв, да, где просто в отборную, как бы, труху, человек пьяный, просто в отборную. И врубаем, как бы, ну, допустим, ща. Какой-нибудь видос, вот, например, да, где человек просто, именно мистер коньяк, просто его в труху, все, походка какая-то, как у Скотта Яна, хождение. И послушаем, просто сравним Рубило живой, да. Просто все, сука, в каждую долечку положено. Человек просто пьяный в труху, на грани блёва уже. Но... просто... то есть метла по максимальному трезвяку, на максимальном тестостероне. Просто 19, 18, 25-летние никогда в своей жизни, никогда не смогли даже приблизиться к такой долбёжке. Даже приблизиться хотя бы на 3%. Просто с именно с убойным, просто разрывным звукоизвлечением, человек просто пьяный в труху чувак умыл всю трезвейшую металлику, всю ее карьеру смыл просто, унитазом. Просто расстрелял. Просто умудрился прокачать все равно. Все просто, сука, в долечке. Даже здесь еще воткнул, пиздец. Тыш, этот выстрел. Вот как можно было умудриться в таком состоянии, просто в труху вот так вот взять? Просто вот пузыри какие-то пошли уже, я их должен был пускать, в каком был состоянии, как бы, но пузыри откуда-то с другого места пошли. Просто охуеть, просто охуеть. Я как бы сам в шоке от такого, что такое вообще может быть. Поэтому вот, пожалуйста, пример, да. Как бы человек вообще как бы не уступающий, не занимаясь этим, бухой в труху, и вышел и просто снес все попытки метлы играть какие-то концерты. Просто снес, именно уничтожил. Потому что они к такому таймингу, к такой четкости не приблизились никогда. Ни один, ни второй. Поэтому вот такая вот, собственно говоря, здесь тема.